Так, ребят, всем привет. Это новое прохождение, карта Новгородовка. Видел ее еще в 19-й ферме, но не решился я в 19-й на ней играть. Но в 22-й решил все-таки попробовать. Планов как таковых больших на эту карту нету, поэтому сколько будет серий, я сказать не могу. Может быть много, может быть нет, не знаю. В общем, приехал тут в эту деревню. Она очень довольно-таки длинная. Вот смотрите, вот она отсюда начинается. И пошла, пошла, пошла. Вот дом, в который я приехал. И, в общем, она, не знаю, наверное, пару километров. А может быть и больше. Очень длинная. Купил вот этот домик. Домик в деревне. Будем заниматься здесь сельским хозяйством. Тут какой-то сарайчик стоит. Пока я ехал, я заметил, что тут людей-то почти нету. Видать, многие повыезжали. Отсюда очень много заброшенных домов стоит. Очень много. Кто-то работает, наверное, в полях. Поэтому жителей здесь как бы, ну, маловато. А домик такой довольно-таки хороший. В хорошем состоянии. Вот такое вот интересное довольно-таки место. На счету сразу, смотрите, на счету миллион. А кто будет спрашивать, это неинтересно, ребята, там... Нет, ребята, эта карта, она довольно-таки особенная, я бы сказал. Потому что здесь цены очень дорогие. Даже какое-нибудь маленькое поле, например, вот это, будет стоить 500 000. Понимаете, да? Или вот это. Почти 700 тысяч. Здесь очень большие цены на землю. Здесь маленьких участков, как таковых, вообще маленьких, ну, нету. Нету. Поэтому что-то буду распахивать, наверное, даже за домом. Тут огромная территория, тут просто все заросшее каким-то бурьяном. Какими-то цветами и так далее. Тут очень много земли за домом можно распахать. Тут самому довольно-таки много, чтобы не тратить... бешеные деньги, да, на участке. Но, может быть, один участок и куплю. Посмотрим. Надо будет определиться с техникой. Значит, давайте посмотрим, что тут есть. Эта точка. А, это перекупщик животных в конце карты, да. Вот как бы деревню мы проезжаем насквозь и до конца там. То, что самое интересное, тут дороги-то вообще многие не указаны. Когда я там ехал, в одном месте там даже дорога не указана. Какие производства тут есть? Значит, есть рыбхоз. Кстати, заправка тут неподалеку. Конюшня. А, это коровник. Это коровник. Станция погрузка извести. Тут производств, ну, не так-то много. На выезде где-то там есть. На трассе заправка. Также есть карьер. И как бы рыбхоз, значит, карьер. Что еще у нас тут есть? Завод биогазовый. Дальше. Лесопилка. Зерновая мельница. И бетонный завод даже есть. Карта на самом деле, ребята, она просто огромная. Она огромная. И поля, я говорю, здесь они... Даже самое маленькое поле, как бы кажется, да, оно на самом деле не маленькое, оно большое. Так, у нас август месяц, выставил я 2 дня, но, возможно, я не успею, как бы, урожай собрать, допустим, какой-нибудь по контракту, не знаю, успею, не успею, какой-нибудь, не знаю. Еще, как бы, техники нету.
Но посадить до зимы я точно успею. Сейчас я хочу прокатиться до рыбхоза. Давайте хотя бы туда прокатимся, посмотрим. Так, что у меня дверь открыта? Вот так. Поехали. Поехали, прокатимся. Вот такая вот заброшенная, можно сказать, деревня. Но она как бы тут не одна улица, тут есть еще в сторону улицы, он там уходит, я смотрю. Да, вот машина есть, тут как бы жители есть, даже техника. Это поломанная, как обычно. Даже, смотрите, военный грузовик, ой, не грузовик, УАЗик. Такой военный. Волга, ну тут вот, вот такой богатенький живет. Да, вот улица туда пошла. Эта улица довольно-таки широкая. Здесь уже вот, ну, много таких вот с виду заброшенных домов. Хочу доехать, посмотреть этот рыбхоз. Может быть, можно будет его... А хотя, если купить, тогда нужно будет покупать туда этот, как его, комбикорм специальный. В принципе, я думаю, можно будет сейчас приехать, посмотреть, потому что скоро зима, надо будет что-то придумать. Так, стоп, а по карте нам сюда. Нам сюда. Да, вот тут. Фермы заброшенные или не заброшенные? Нет, это не заброшенные вроде фермы-то. Так, тут вот, блин, спуск такой. Надо было чуть дальше, ладно. Тут проедем. Так, давайте включим подсказочки пока, чтобы познакомиться. Сколько купить здание рыбхоз? 2 с лишним миллиона. Прикиньте, здесь цены. Я говорю, тут цены. Я думал, я сейчас куплю здание, так начну заниматься зимой рыбой. А тут нет, не так все просто. Тут с моим миллионом делать нечего. Так, сюда мы, значит, разгружаем комбикорм. Здесь что у нас? Интересно, для чего здесь? Может, малек какой-нибудь? Вот так вот выглядит рыбхоз. Но цены, конечно, просто фантастические какие-то. Кому он тут нужен, кроме меня? Рыбхоз-то здесь никому не нужен. Цены, конечно, ну, хотя бы, ну, 1200 за этот бизнес. Ну, блин, ну не 2 ляма же. Тут кроме пруда старого и вот этого помещения ничего нету. За что 2 ляма-то отдавать? Так, а вот фермы, они
Нет, они не рабочие. Значков никаких нету. Да, смотрите, тут сколько места, вот если вот отсюда его распахивать и туда-туда пошел-пошел. А сейчас даже давайте проедем, посмотрим. Сегодня мы просто знакомимся, скажем так, с местом. Вот здесь хорошая территория, чтобы это все дело распахать. Все равно тут ничего, как бы, кроме цветов каких-то, бурьяна, ничего не растет. Да, вот прямо считайте, вот тут мой дом, вот где вот, вот здесь вот. Всю вот эту территорию можно будет перепахать, например. И в зиму посадить, например, пшеницу по эту сторону. Дорогу оставить. Тут смотрите, сколько места. Потому что участки дорогие. Так что вот, так, вот такие планы. Нужно будет съездить купить трактор. Так, ну что, ребят, следующий день, утро. Сентябрь. Пшеницу и ячмень уже убирать нельзя, но зато еще можно убирать сорго и овес вроде как бы. Так, сорго, да. Картофель. Нет, овес, по идее, все уже. Овес нельзя. Я просто видел контракт. Вот, сбор урожая. Поле номер 3. Это у нас овес. Показано, что как бы есть контракт на овес, да? Так, интересно. Сейчас посмотрим. Так, короче, я проверил. Там посевы засохли. Почему контракт до сих пор висит, как бы, да, вот это вот, непонятно. Сбор урожая. Но на самом деле нельзя уже убирать, посевы засохли. По календарю нельзя. Но зато можно сорго. Интересно, у нас... Сорго, есть где-нибудь контракты на сорго? Картофель. Пшеница, но нет, это ерунда полная. Нет, походу, канола. Мне вот интересно именно сорго. А, во, есть, смотрите, четвертое поле, ничего себе, четвертое поле, 297 тысяч за него дает, четвертое поле, а, ну оно огромное просто,
Не, мне его не убрать, и оно реально просто огроменное. Просто огроменное. Там потратишь весь день на него. Так, ладно. Сейчас еду покупать два трактора себе. Два трактора будет быстрее просто. Но опять же, тут территория огромная. Двумя тракторами нужно как минимум тут работать. Так, где мне будет лучше проехать? Может быть, с этой стороны поеду. Ладно. Поехал, в общем, с тракторами. Ехать далеко. Я уж показывать это не буду, потому что тут реально ехать очень долго. И будем перепахивать вот здесь место. Готовить поле. Нужно будет успеть посадить в зиму. Так, а я тут проеду. Здесь дорога куда ведет-то хоть? Вообще ничего не понятно. Взял два кировца. Так, и будем сейчас вот здесь распахивать. Так, этого давайте пока вот так сделаем. Сейчас, наверное, по кругу пройду разочек. А может быть, пару раз. Так, близко-то прижиматься, я думаю, здесь не стоит. Вот. Начну где-то вот. Вот так, наверное. Да. Так, опускаем. Просто тут сарайка. Прижиматься сильно не будем. Сейчас я пройду, как говорится, сделаю границу. И потом уже будет проще. Так, вопрос, как тут быть? По прямой нам пройти лучше. Хотя можно здесь вот так закрутить, думаю. Сильно прижиматься не буду. Цветы перепахивают, и все. Вот такое поле. Кто-то скажет, большое поле. На самом деле нет, ребят. Это поле, но здесь оно, на этой карте, оно не считается большим. Так себе. Маленькое поле. Потому что такие огромные поля. Ну,
близко к границе. Не буду прижиматься к границе уже как бы нет. Вот за этой дороги. Так вот. Так, все, границу я наметил, поле. Так, ну что, ребят, вот такое поле получается. Вроде бы для другой карты какой-нибудь это было бы довольно-таки большое поле, но для этой карты это маленькое поле. Потом буду по эту сторону, может быть, тоже пахать. Одно поле есть. Вот так вот оно выглядит. Так, вопрос, где мне ставить и технику. Пока где-нибудь здесь у дома нам буду ставить. В принципе, есть место. На сегодня хватит. Так, ну что, ребят, на этом все. Вот такая была серия. Всем, кто... А, у меня УАЗик-то здесь. Ну, куда у меня УАЗик делся? Вон он, буханка-то. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.